Курская «Динамо» завоевала серебро престижного международного турнира в чешском Трутнове. Финальный матч против польской команды «Полковицы» оказался настолько напряженным, что соперники не смогли выявить победителя в основное время. Четвертый период завершился со счетом 72-72. Первая добавленная пятиминутка также закончилась ничьей. Лишь во втором овертайме польские баскетболистки вырвали победу. В итоге «Полковицы» выиграла со счетом 86-84. Отмечу, за этот клуб в новом сезоне играет бывшая защитница курского «Динамо» Аушра Бимбайте. Сейчас курянки отправились на сборы в Литву. Там же «Динамо» проведет еще один предсезонный турнир. А 6 октября на родном паркете наши девушки начнут борьбу за Кубок губернатора.